Что, как ведет себя машинка вот в таких условиях, на таком перевале? Прекрасно, перевал очень достаточно пологий, механика себя ведет прекрасно. Единственное, выбираем пониженную скорость. На очень резких поворотах, конечно, сбавляем до второй, так вообще третья, и прекрасно машинка без напряга идет. Единственное, оборотики не теряем, чтобы не заглохло, если вдруг водитель не очень опытный. Вот. А так, в принципе, очень удобно, очень хорошо и не напряжно.